Василий Сигарев родом из Свердловской области. Учился в Нижнетагильском педагогическом институте, окончил Екатеринбургский театральный институт, семинар Николая Калиды. В Перми Сигарев тоже учился в мединституте, пока не выгнали с первого курса. Это Урал. Тут железо в нас. Не только в земле. В крови у нас такая, в жилах. Василий Сигарев – автор больше 20 пьес, лауреат множества премий за драматургию. Оба его фильма «Жить» и «Волчок» – лауреаты кинофестиваля «Кинотавр». «В моих пьесах и фильмах все правда, все не придумано», – говорит режиссер и драматург. Там же как бы истории как таковой нет, именно сюжета, да, там какая-то жизнь такая, урывки из жизни, отрывки. Но мне, актриса Троянова рассказала все это. А как-то я потом это скомпилировал, что-то свое придумал. А вообще и девочка, и мать – это я. Я знаю, что люди возвращались к детям после фильма «Волчок», к своим мужчинам притом, продюсеры. В Перми Василий Сигарев получил награду фестиваля «Текстура» в номинации «Имя». В театре-театре сейчас готовится премьера по его пьесе «Метель». А сам режиссер готовится к съемкам фильма «Майор». Они начнутся после Нового года в Екатеринбурге. Это новогодняя история, потому что и хотелось бы прям тоже забраться в кинотеатральную сетку, чтобы не только елки показывали, потому что у нас жанр антиелки. Это же комедия, поэтому все равно жанр комедия, он должен быть как-то востребован зрителем. Поэтому мы попытаемся сделать и приятно, и полезно. По словам Василия Сигарева, в отличие от его первых двух фильмов, новая работа будет балансировать на грани коммерческого кино и искусства. И, возможно, ее прокат будет широким. Премьера ожидается в конце 2014 года.